Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дариди, и мы с вами поиграем в игрушку Запорожье. Так. Сейчас немножко повыше сделаю. Вот, добро пожаловать в Запорожье. Перед тем, как начать обживаться, давайте подберем вам подобающий вид. Хорошо, давайте выберем парнишку. Так, это вообще эльф какой-то. Я пускаю будет квадратное лицо. Да, я хочу быть хохлом. Это хохлом быть круто. Так, злой хохол. Да, вот это ему подходит. Давайте выберем нос. Вот этот пускай будет рот. Конечно же, усы. Вот эти подходят. Одежду. Пускай вот это будет. И шапку. Круто. Ладно, это будет без шапки. Сохраняем. А главный путь к успеху в Запорожье — выполнять задания. Выполняя их, вы сможете построить себе дом и завести семью. Откройте свое первое задание. Хорошо. Убираем заросли. Сперва нужно прибраться на участке, чтобы потом здесь огород, построить огород и дом. Хорошо. Убрать траву, убрать камни. Отлично. Траву убрали, сейчас камни нам надо будет убрать. Отлично, задание выполнено. Ваша награда, ух ты, пирожки и опыт. Поздравляем, вы славно потрудились и выполнили задание. Убираем заросли, продолжаем в том же духе. Ознакомьтесь с новым заданием. Хорошо, сажаем огурцы. Наконец начинаем обустраивать. Первым делом организуем огород. Посадите огурцы. Семена огурцов можно купить на рынке, а затем высадить у себя на участке. Так, ясно. Чтобы купить семена огурцов, откройте рынок. Там есть и животные задания, и украшения для вашего участка. Но сейчас нас интересуют только семена. Хорошо. Семена огурцов покупаем и садим. Задание выполнено. Ваша награда — доски и кирпичи. Поздравляем, вы славно потрудились и выполнили задание. Сажаем огурцы, продолжаем в том же духе. Так. Соберите созревшие огурцы. Собираем урожай. Так, мне нужно собрать огурцы. Хорошо. А, вот они уже готовые. Давайте соберем огурцы. Прикольно, мне игрушка нравится. Задание выполнено. Ваша награда — 500 золота и 100 опыта. Так, держать, уровень 2, ваша награда — какие-то самоцветы. Так, давайте поделимся нашей новостью. А, ударьте дерево топором. Мне нужно срубить дерево, я так понимаю. Давайте начнем с березки. Задание выполнено, ваша награда — краска и 45 дров. А, так, значит, строим сарай. Перейдите по ссылке в задании на рынок, чтобы купить там сарай. Нужно купить сарай. Хорошо. Давайте где-нибудь тут построим сарай. Так, каждый раз, кликая по сараю, вы будете выполнять один из этапов его строительства. Помните, что при постройке вам потребуется необходимое количество дерева. Угу, отлично. Все больше и больше. Задание выполнено. Так, поздравляем, вы славно потрудились и заработали. Так, сарай. Поздравляю, вы достроили каркас сарая. Это каркас, значит. Каркас сарая. Теперь нужно завершить строительство. Кликните по каркасу. Хорошо, мы кликнем по каркасу. Мне нужны гвозди, доски, кирпичи есть, ну, гвоздей у меня нету. Так, чтобы построить сарай, вам не хватает гвоздей. Чтобы их купить, давайте раздобудем самоцветы. Первый раз бесплатно.
Ладно, хорошо. Покупка за 2 самоцвета. Отлично. Сарай сделан. Так, соберите прибыль с построенного сарая. Отлично, ваша награда 150 золота и 100... А, 1500 золота и 150 опыта. Позвольте поинтересоваться, что привело вас в нашу игру? Вас кто-то пригласил или вы сами пришли? Я сам пришел. Крохи на природе. А муравей-трудяга строит новый дом. Купить за 3 голоса. И кто-то еще тут. Любит свое озерцо, порхающая стрекоза. Впереди вас ждет чудесное приключение. Хотите, я дальше буду помогать вам? Вам добрым советом. Игра с подсказками, да? Согласен. Так, продолжайте выполнять все доступные задания. Это поможет вам быстро обустроить свой участок. Так, заводим кур. Огород у вас уже есть. Пора обзавестись животными. Курицу давайте, давайте. Курочку купим. Парочку. Я думаю, это будет предостаточно. Продолжайте выполнять все задания. Это поможет вам быстро обустроить свой участок. А, еще надо курицу купить одну. Ладно. Покормите 3 цыплят, для этого кликните по ним. Почему 3? Мы всех покормим. Отлично. Самоцвет нам дали. Также опыт. Также идет акция. Строим курятник. Для начала следует освоить азы ухода за курами. Купите заборы и оградите несушек. Так, вообще, я думаю, мне надо траву, наверное, выкосить. Рынок. Отлично. Так, тут надо тоже траву выкосить. Сейчас мы построим забор. Так, ну, в принципе, все. Курицу мы огородили. Курицы быстрее проголодаются, если использовать корма. Так, передвиньте забор. В меню действий выберите инструмент, чтобы передвинуть забор. Мне нафиг это не надо. Передвинуть забор. В меню действий выберите инструмент перемещения, затем кликните по забору и переместите его. Хорошо, хорошо, хорошо. Отлично. 4 уровень у меня уже, только теперь мне назад поставить свой забор. Так, отлично. Строим курятник, часть 2. Теперь нужно раздобыть стройматериалы. Вообще-то их можно смастерить в сарае. Начнем с досок. Вырубите лес 5 раз.
Предлагал сразу уже дорубить дерево, чтобы оно не мучилось. И выкопаем ее. Все, отлично. Так, смастерить доски. Щелкните пацара, чтобы открыть меню ремесло. У вас должно быть достаточно ресурсов, чтобы смастерить доски. Хорошо, давайте попробуем. Доски. Отлично. Подарок, давайте возьмем подарок. Порадуй соседей подарком. Каждый день вы можете отправлять всем вашим соседям подарки. Хорошо, давайте. Получите бонус за визит к Милоке, к Миколе. Идем к Миколе. Заходите почаще. Ничего себе, он уже обустроил тут себе огород. Жесть. Ну, тут все, что нужно есть. Похож на меня, но все-таки я круче. Я самый, что ни на есть, крутой мачо. Я понимаю, что у тебя усы больше, но у меня кое-что другое побольше. Я на это надеюсь. Так, ладно, что я. Идем домой. Помогите Миколе по хозяйству. Ёлки-палки. Хорошо, давайте поможем по хозяйству. Коза. Кто тут еще? Бык, буйвол и корова. Не знаю, что он с ними сделал. А, покормил их. Отлично. Домой идем. Собрать камни. Обменять камни. А смастерить кирпич нам нужно. Давайте попробуем. 50 дерева нужно. И как кирпич из дерева делается, я не знал. Так. А, вот. Нужно два камня и огонь. Отлично, у нас получилось. Покупаем еду на рынке. Еда – главный источник энергии. Впрочем, чего удивительно, купите яичницу, откройте рынок на вкладке с едой. За 65 пельменей можно купить яичницу. Мне кажется, это дороговато. Давайте купим. Отлично. Можно поделиться этой новостью. Построим курятник. Давайте на рынок пойдем. Блин, курятник. А, мне не хватает денег. Твою ж мать. И что мне надо делать? Очищать участок? Какие-то крышки находит. Ничего, почти. Ух ты, сфотографировал кого-то. Ну, еще одну монетку нам надо. Так, ну, в общем-то, все. Теперь мы сможем построить курятник. На рынок, курятник. Давайте тут построим. Так, у меня для этого все есть. Ну вот, курятник готов. Ваша награда — яйцо и опыт. Теперь я могу золотые яйца делать яичницу. Прикольно. Какой-то лис. Защищаем кур. Рубите деревья на своем участке.
8 деревьев надо срубить. Ух ты, смотрите, медвежонок. Или кто это такой? А, запасливый ежик. Помогите ежику собрать припасы на зиму, и он с радостью поселится на вашем участке. Яблоки нам надо ему помочь собрать. Ничего не получается, пока рядом вредитель. Сперва нужно его прогнать. Мишка, Мишка, топтышка. Мощный такой Мишка, смотрите, не так-то просто его прогнать. Может, с ним и так, и сяк. Так, ну у меня скоро закончится энергия. Рысенок. Фотографировали. Так, ну вот такая вот игрушка, ребят. Я думаю, на этом пока можно закончить. Вот обзор. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами продолжим проходить эту игрушку, развиваться, вот, совершенствоваться. Но пока что, я думаю, стоит попрощаться. С вами был Дарит, ребят. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.